Ну, вроде эффективность ни у кого не сбилась. Тут две акулки девочки взял. Тут 40-я, пришли мне жопу отгрызать. И вот такая вот 595-я предтоповая. Пригодятся. Потом Апекс, конечно, поищу, но вообще-то я хотел. Сначала печку надо сделать, мне там пока железо плавится. Правда, я не помню, какая здесь печка хорошая. Ой, видео опять пересматривать, что ли? Как-то неохота. Ты у нас какой? Диозавр. Голодон, ты мне нафиг не нужен. Ой, как ну, плывем домой. Давайте. Нет, здесь тусиков искать сейчас, блин, без так костюма. Это меня опять за жопу схватит. Не хочу. А вот дельфинарий я бы какого-нибудь хорошенького притамил. Иди за мной. О, токсик, токсик, 145-й. Как плывется? Давай, давай, ты мне как раз пригодишься, ты модовый, топовый. И... О-о-о-о. Чё-то на акул не везет. Чё, моего хтиорика не сожрал? Не успел. Шара. Я смотрю, ты живучий друг. Хотя да, у тебя и уровень-то, извини меня. Так, эти чё там? Это уже почти готов. А, сейчас подготовится. Давай, не стесняйся. Да, еда, конечно, медленно падает. Пошли, я пока вас отведу ближе к дому. Этих чудиков потом заберем. Вот токсик мегалодон, кстати, я думаю, я смогу все-таки тусика усопить. Буду щит поставить. Так, на мегалодона седла пока делать не буду. И до этого. Еще приручается, пошли посмотрим, сколько там наплавилось. Может, печку смогу поставить. Видите, сейчас на сервере железо, блин, не могу сплавить. Так, блин, вряд ли этого хватит. Ненавижу столько печек ставить, это просто капец. Это вымораживает. Ну давай взглянем. Так, а она на бензине, кажется. Или на дровах. Вот, блин, еще вспомнить. Ну давай положим ее дровишки. Железом. Может, так сработает. Оп. Ага, хрен. А, я понял. Так, мне нужна нефть и кожа. Нефть и кожа. Ну, кожи у меня хватает, нефти тоже, я смотрю. Да, взял с собой жемчуга тусика притамить, но реально ни хрена не видно.
Давай заглянем, как ты будешь плавить. Так, дерево также. Металл хорошо, все. Ну что тут? Да. Говори, что хотел, Дим. Просто поинтересовался. Вон тут гати всякая хуйня несли. И с этой шмяты. Круто. Ох, ни хрена она там штампует. Так, ну с железом я проблемы решил. Хотя не до конца. В лучшем счете мне еще пришлось бы поставить, вот, а по-хорошему так, если уж. Это вот эту вот печку проверить. Она тоже на бензине. Не, эта печка вряд ли будет лучше. Так, погоди-ка. Здесь вроде печи нету, да? И нету. Надо за полимером будет чесать. Так. Этим что делать, или кам? Блин, а он кровью томится, да? Вот черт. А крови у меня вообще нифига еще не надо. Миша не заходил здесь? Механик. Нет, он сейчас на том, на Нове. Там, короче, где... Это Бобби на сервере или где Бобби играл, так я не понял. Короче, он на другом сейчас сервере. Он на... Секунду, телефон. Он, короче, и не будет заходить. Так, мне нужна токсик кровь. Я ее даже нигде не достал. А, нет, немножечко есть. Кстати, сможем притаймить. Хорошо. Три кусочка-то хватит, надеюсь. Все-таки альфа-кровь. А, ну да, я альфа-дудушку запинал. Надеюсь, надеюсь, хватит, потому что притоповый все-таки, кто еще? Это у нас самец, правда, да и хер. С одной, да, а с двух. Это хорошо. Давай за мной. Будем делать подводный зоопарк. Ну, у меня пока ПВЕ, мне как-то пофигу. Но ПВЕ не ПВЕ, запомните. Меня уже пару раз на этом сервере натравливали дракона. Так что ПВЕ или не ПВЕ, это не столь важно. Дракона, додушку к вам могут притащить, которая взрывается. Как говорится, бойтесь всего и вся. Так, мне нужен что? Перстак. Верстак, верстак, верстак. Вроде все есть. Копеечки мне одной хватит. Сильно расшвыряться сейчас не буду. Надо будет затамить Дункалиастея. Так, еще нафармить надо будет. Полимера на элемент. Ну это ладно, это не проблема. Главное сейчас бензопилу сделать. Дай-ка я посмотрю, что там на эту бензопилу долбаную надо. Я уже не помню.
чем бензопила, друзья мои, чтобы за один заход сразу забугренить себе. Я сейчас кое-что вспомнил. Что нужно поставить и что я не поставил. Так, здесь бензопила вроде получше всегда была. Есть upgrade station. Блин, я не знаю, у меня пока нет ресов такого количества, конечно. И здесь качается производство не так супер и сильно, да? До десятки бы довести, хотя мне вес нужен тоже. Да уж. Так, бензопила. Что на тебя здесь требуется? Это огнемет. Пример металл, электроника. Кстати, может и хватит. Ментная паста, электроника. Ну ладно, сейчас поставим пока на производство. Пусть он электронику здесь штампует. У меня единиц 300 надо. Металл пока плавится. Плавится нехерово, так что голову парить я не буду. Сразу, короче, на максимум. Так. Производится. Это тоже все хорошо. Так. Электроника будет, это будет, это будет. И в Great Station попробовать пиндюрить. Вопрос, конечно, хороший. Ладно, потом займусь этим. Да, вот таким перекидыванием, друзья мои, я и занимаюсь. Надо лишних ламп выбрасывать. Было немножечко попроще. Диозавра седло, кстати, надо одеть будет сейчас. Мой боевой дельфиний немножечко убыдится. Ну, неплохо он качается. И по весу. И по ДПСу тоже. Ну, ладно. Знаете, вот после последнего обновления разработчиков здесь стали дурацкие пыльные бури, которые вообще в лес не вперлись. Отлично. Красивый мир. Можно что посмотреть. И в итоге идет пыльная буря, которая портит все красоты. Нахрена тогда вы старались над красотой арка, если вы сделали пыльную бурю, которая вообще убивает всю эту красоту? Вот, знаете, вот такой вот интересный вопрос всегда был интересен. Теперь тебе что-нибудь... Да, смятка точно. Точно-точно. Цементная паста. Так, бензин, конечно, это нас жрет просто писец. Адово, это я помню. Тут только 2%, да? У единиц будет хотя бы. Это много. Блин, надо по-нормальному ты положиться не можешь. Ладно, подглючивает, бывает. Ага. Так, а ну-ка давай-ка слетаем. Поищем тут друзьяшек-няшек под именем Богомоли. Ой, блин, мне вообще... Так.
Тут вроде тела возвращать нельзя. Давай-ка я построю сразу телепорт. Что скачешь туда-сюда? Да, мне нужен механик. Чё ты человека-то отвлекаешь? Ну хотя... А зачем он тебе нужен-то? Нужен. Здорово, Миша. Здорово. Слушай, Миша, а на это... На тут этом сервере, где играл-то, в трэбе с этим был Винтерами, вы гач не разводили на эту пыль? Гач на пыль. Так, сорян, надо было узнать пару вещей. В общем, на гачу, на пыль никто так и не разводил. Вот это странно, конечно, все прималов добывали, и раньше такого не было по поводу разного элемента. Что информации здесь тоже мало было, но прикольно сделано все равно, как ни крути. Так. Где, блин, богомолы, мне надо бензопилу проверить. Богомоли, богомоли, богомоли. Понятно. Да ни хрена не понятно. Ты куда, тварь, попёр? Сука. Не твоя добыча, какого хера ты лезешь, а? Давай. Ну? Гача парится. Сколько? Ох, ни хрена себе бензопилой. Угадай, сколько я полимера с богомола бензопилой захерачил? 8000 умножь на 3. Ну, 24. Ну, это еще обычная бензопила, я ее не улучшал. Так, вот теперь надо как-то мне двух богомолов разом убить. Ну и пошел нах. Проблема, кажется, у нас с полимером решена окончательно. Взлететь сможешь? Даже можно еще богомола одного запиндюрить, да? И его найти тут. Мне нужна хорошая броня. Так что горцуемся домой. Я опять сейчас все проебу здесь. Как я умею, блин. Так что... Надо это беречь. Кстати, а что там это стоит? А, там же на санке ты же скидывал, да? Что стоит и где? О, по этим, по бонусам. Бонусы, бонусы. Это на каком сервере? Где ты сейчас смотришь? Да, я же скидывал. Но там, возможно, еще несколько страниц, если хер его знает, надо это разбираться. Ну, пока у меня фарм ресов идет, очки здесь даются намного быстрее, чем на том. Да? Угу, у меня уже 530, сколько там, третий час я играю. Так-с, где мой костюмчик новенький? Так, давай трансмиттер поставь. Да, блин, его делать. Ха-ха. Вместо трансмиттера взял камень. Давайте я поставлю камень и буду смотреть, где животина. Круто. Так, ну вот как-то. Так, его поставлю, как всегда. Так, ладно, давай посмотрим,
Сколько тут народу хоть? Ага, все перебежали на вулкана. На Рагнарёке не показывает. На Рагнарёке, когда я заходил, было человек 30. Ладно, посмотрим через 3 часа. Как раз будет время 2 часа ночи. Очень интересно посмотреть, сколько народу будет. Так, а главное сейчас щит все сделать. Никакие шелупадеи тут не хотели меня дракона натравить. На этом севере на меня натравили дракона. Довольно-таки весело было. Он пролетел, я просто все уничтожил. Мило. Так что щит надо ставить в первую очередь. И... другого щита здесь нету. S-плюсовский был вроде убран, потому что он якобы читерный, но я не знаю, здесь апгрейд стейшн есть. Блин, хрен его поймешь. Это, конечно, вопрос тяжелый. Так, ну, да ладно, половину в него закину, это не такая проблема. Халупу свою поставлю. А, я уже живу в теке. Чё это я здесь прыгаю, как кенгуру? Может здесь его воткнуть? Так, 2 и 2, мне нужно где-то 5 и 3, насколько я помню. Единственное, что меня бесит, это каждый раз так тыкать и расширять щит. Так, с этим щитом все нормально. Утро наступит, надо будет сплавать, посмотреть, не занято ли мое местечко. Так, надо также еще определиться. Во-первых, построить генератор, во-вторых, определиться вот с этими вот chemistry стейшенами. Так, ты энергию быстро производишь, точнее не энергию, а электронику. У меня была беда по электронике. Но быстро. Ладно, подойдет. Короче, подожду, пока щит включится, и как раз электроники наделаю. Так, щит вот готов. Так. Вот это вот сейчас сделаем. Все, прикинь, яйцами несут детенышей. А так чистыми. Без яиц. Хотя должны яйца нести. То, драконы просто так яйца? Не-не-не. Совы. Совы детеныши через яйца идут. А тут что-то сделано, что они сразу напрямик. Без инкубации. А, о как. Угу. Прикольно, наверное. Так это хорошо или плохо, я так и не понял. Ну, не надо ставить дудку. Дудушку. Она не автоматическая. А сейчас тут выпали до этого. Наверное, вторую еще надо. Пожалуйста, автоматически. Постараюсь что-то воткнуть. Чтобы, блин. Опа! Было. Зараза. Место. А, ну она и так. Тут что-то прям быстро 50 штук забилось. Как-то. Четыре, три. А они кисло нахрена что-то. Так, и мне что нужно? Телепорты есть, это есть, это есть, это делается, то делается.
Ладно, почесал я, короче, за терезиной. Так, скриншот сделал, сейчас посмотрю. Так, терезинка, терезинка. Так, 30 на 43. И... Так что? А, ну да, все правильно. Еще 30 яиц. Ёбушки, воробушки. Ну, ты ж хотел большое количество животных. Да. Ну, вот тебе, пожалуйста. Можешь смело брать драконов, он босса, если увидишь, идти искать. А боссов уже перебили. Да, блин, с утра. Двоих ёбнули. Двоих ёбнули уже. Так что бессмысленно. Не, здесь пока мало кто босса убьет. На Волгуега в основном там боссов херачит. Угу. Чё, ты можешь какую-нибудь живку взять, нет? За эти. За баджи. Да у меня пока мало их. Угу. Здесь чем больше ты в игре находишься, тем больше живки дают. А задания выполнять надо, квестики. С вылупами туда, наверное. Так он больше делать некуда, кроме как вылуплять. Это то же самое, как ПВЕ, походу. Поставить дракона всех нахуй на агрессию. Зайдет какой-нибудь пидорас, снесет базу эту. А тут драконы как в ебанутыми пахали. Такой толпой. Он же такую толпу хуй выдержит. Спокойно. Не забывай. Тот, кто находится на всаднике, дает бонус только в этом случае. Угу. Не нравится мне это все. Да дурак, что ли, так орёт? Я въехать не могу. Свечение здесь было. Так, 30 на 43, вот здесь вот. Так, я опять что-то чат заглушил. Так, 30 на 40. На 43.90. Я апекса вряд ли смог бы убить так просто. Слушай, заебал этот чат глючит постоянно, сука. Аж, блядь, бесит. Блин, вообще ни хрена понять не могу. Рапторы не нападают на Апекса. Так. Тридцать на 43.9.
Надо включить визор. Вообще ни хера не понятно.